моего отца, переданный мне дедом. Чемодан! Нет! Да, да, наш чемодан. Мужайтесь, он погиб. Хватит ломать комедию. Что вы с ним сделали? Я же говорил, что нам никто не поверит. Тогда остается только одно. Музыку. Трек номер три. Эдди Данден, наш винтородный друг, хочет поведать миру о своей неразделенной любви к чемодану с сокровищами и о трагической гибели последнего. Мне так грустно, что ноги сами идут в пляс. Тут дискотека, а эти двое куда-то подевали. Подевали папин чемодан с сокровищем. И теперь устраивают здесь грязные танцы с целью обмануть мою бдительность. Ничего подобного и в мыслях не было. Конечно. Чтоб в мыслях что-то было, чтобы мы хотя бы сами мысли. Какая ерунда. Невелика потеря. О. Тот чемодан, это вовсе не тот чемодан, это вот этот чемодан. А ради чего я тут? Ну, всякое бывает, ну, простите же меня, старикам, а разум бывает, там, старческий. Я, между прочим, все-таки дедушка кому-то из вас, вот, кому-то из вас. Тиму. Мне. Тиму. Правда? Ха, ой, надо сидеть. Держи и береги его. В нем находится бесценное сокровище. Знаем. А я уже говорил, да? Да. Только другой чемоданчик мне отдайте. Зачем? 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 Ну, как зачем? Ну, в том чемодане была бомба, в этом сокровище бомба. Она вам нужна разве? Тенка, а где чемодан? Тенцу, а где чемодан? Я спрятал его в самом надежном месте. Моего плюшевого мишку. Какого еще мишку? Ой, с тобой! Какой интересный экземпляр. А где вы его взяли? А он не наш, он как бы некоторым образом чужой. Он мой, я честно съел его хозяина. Тэцу, отбери у него чемодан. Пас. Пас. Тихо, тихо, дети, не трясите его. Кого? Как бы нам его бы, нам бы его бы. А что нам делать, а? Не знаю, ты умный. Да все твой медведь. Давайте вот мы его сейчас чем-нибудь так отвлечем, и он чемодан выпустит, а мы его сейчас хоп, так... А чем отвлечем, начальник? Танцами. Да, 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 да. А музыку? Ходи, винтородий. На патарана. Боже мой! Дедушки, сделай что-нибудь! Ну что бы вы без меня делали? Китайское тысячелетие будет! Дедушка, ну ты же убил медведя! Вовсе нет! Я убил человека! Ну, посмотри, да это же косплей! Да вы, дедушка, горкомитет метите? Какая преступная рожа. И ради него я делал это. А также это. В следующий раз будьте бдительны, берегите тылы и позаботьтесь о сокровище. Наслаждайтесь. Опа. А вам не кажется, что это мое наследство? Чего вы идете? Годы службы, отпускные. Начальник, я любила как мать. Разве это не дает мне шанс на свою долю в наследстве? Не бегите за мной, я буду грести чемодан. И он затонивый. Не чемодан, а не подыхать. Дети, подождите, я снова
перепутал. Опоздал? А кажется, и не совсем. Еще свеженькая. Даже шевелится, не затоптали. Пригодится. А ну-ка, вставай, вставай, бесполезная зверушка. Пойдем сделаем еще клонов.